есть еще несколько мостиков, которые я бы хотел перекинуть от своего занятия к вашим занятиям с Павлом Руслановичем. И это очень здорово, что у нас такие мостики возникают. Дальше type. По-английски type. Что означает type? Вот именно в данном контексте. Означает обобщенность. I think it is a little untypical of the way we think of things. We do not think of бифштексы as mass nouns. The mass noun category is something we tend to underestimate and underuse. Technical specialists know the terms better than we linguists do. Вот самое глупое дело – это переводчику спорить с экспертами, как надо переводить. Вам, наверное, уже Дмитрий Иванович объяснял свой общий подход. Действительно, учитывается, а, правило построения высказывания, и, б, так называемый узус, то есть как принято по-русски говорить. But you know what? There's such thing as usage. So probably we shouldn't complicate things ourselves. Why don't we follow the structure of the Russian so far as it is logical enough? Сейчас уже сплошь и рядом говорят панельная дискуссия. Ну, а почему панельная? Зачем это нам? Нет? Так удобно. Общий принцип такой. Обострение следует избегать. Смягчение, да, можно. Переводчик может это брать на себя. Because we have to get down to the bottom of what is implied here. Дополняется новыми методами, то есть разрабатывают новые методы. Русский язык очень часто избегает субъектности. Английский язык очень субъектный. Кто вот мне назовет главную ошибку, связанную с очень важной темой? Это тема модальности. Совершенно правильно, это тема модальности. Очень часто хорошие переводчики делают именно такие ошибки. И за них очень обидно, потому что они получают по зубам от менее квалифицированных людей. Я, знаете, мне сейчас уже 70 лет, поэтому я уже ничего не стесняюсь, и я назову плохую переводчицу этого романа. До недавнего времени шло сближение терминологии между Россией и Западом. И да, мы впитывали эти вещи. Сейчас, может быть, перестанем, а может быть и нет.